Здарова, дружище! Сегодня мы с тобой посмотрим 9-ю серию Metal Family. Она довольно большая. Эта серия и следующая серия внезапно становятся прям очень большими. То есть, одна 17 минут, другая 26. Внезапно. Но я думаю, что автор тут прям разогнался. Ля! Это в смысле? Это что, я смотрю... как сказать? Скрипковую Family? Ха, смешная шутка. Это Себастьян? Или батя его? Это вот о. Так ты собираешься провалить экзамен? Ля, у него голос классный. Это вот так ты собираешься? Мне нет, нравится. Отец. Что с твоим вибрато? Руку! Ебать! Ебать! Ты хоть знаешь, сколько я в тебя вложил? Этот костюм... Это скрипка. Это время, что я трачу на такую бездарность, как ты. Ебать. Ты хочешь мне отплатить? Прийти на экзамен? Опозориться самому? Опозорить меня? Нет, отец, я тебя не подведу. Что нельзя удваивать у секстаккордов основных трезвучий? Бас. В основе какого трезвучия лежит малая терция? Минорного. Да, на корт. Густав, пришла какая-то посылка. Вот почему он вот так вот психанул. Между прочим, внезапно психологические исследования показывают, что человек, который подвергался насилию со стороны родных, склонен к тому, чтобы это применять на своих родных. Возможно, поэтому он сдерживает себя, возможно, поэтому у него проскакивали какие-то такие штуки. Я понял, что это они за серия. Они ошиблись. О, нет. 37. Не ошиблись. Та самая. Но наконец-то она пришла. Только не говори мне, что это тот револьвер. Это револьвер? Револьвер? Не покупать. Да, но я передумал и принял другое решение. Че, ебанутый? Его еще можно отправить назад. Я принял решение! Ясно, батя мудак. Как скажешь, дорогой. Он, видимо, и мать запугал, всех запугал, конченый. Прекрасный инструмент. Это Смит энд Вессон, 44-й калибр. Гораздо лучше кольта моего сослуживца Бена. Ебать. Да. Маньячина. Даже настроение поднялось. У меня есть предположение, что с ним произошло, говорить не буду. Сходи, выброси это. Почему бы дворецкому не выполнять такую работу? Да на корт. Ре, фа, диез, ля. В каких тональностях он будет доминирующим? Соль мажор. И минор. Я, кстати, эту тему изучал, но и не знаю, как он, разумеется. Ебать. Да, представляю. От теплой воды оно прям очень. Себастьян, ты что, опять там ноешь? Или мне показалось? Ля! И нет, мать мама, у него такая. Тебе показалось. Хорошо. Отец почти закончил осматривать твою комнату. Хуй вошел, а тебе нормально, что он так с сыном, нет? Надеюсь, на этот раз ты там ничего не запрятал. Ты меня, конечно, извини, но... Комната была успешно проверена. Спасибо, Рофт. Себастьян? Ты действительно считаешь, что моя работа здесь — это выносить за тобой мусор? Ах, он сука. Я так не считаю. Но ты так сказал. Спокойной ночи. Мне так противно от этого семьи его. Понимаю. Моцарт. Он еще и слушает музыку. Мне кажется, он должен ее прям ненавидеть. Вот почему ему так нравится металл. Как противоположность. Только я пока не понимаю, зачем он все же так вот именно своему сыну говорил, но мы это все обсудим потом. 26 мая. Завтра экзамен. Из-за него я не беспокоюсь. Я легко сдам его и буду в числе лучших. Может, даже лучшим. Если, конечно, мне не откажет рука, по которой сегодня особенно усердно хлестал линейкой мой дорогой отец. Правда, кстати. Помню, как Лидия сдавала этот экзамен. Довольно успешно. Третье место. Может, если я возьму первое, отец перестанет относиться ко мне как к выродку и начнет меня уважать? А за что? Он ее да так же ненавидит? Надежен. Первую ступень защиты отец не может найти уже 2 месяца.
До второй он еще ни разу не доходил. Что уж там говорить про третью. Я почти закончил здание банка. У него своеобразная крыша. Похожа на часть лампочки. Только в нашем доме даже перегоревшую лампочку неоткуда взять. И всегда заменяет рофт. Если где-то лампочка будет отсутствовать, то подозрения сразу лягут на меня. Придется добыть ее где-нибудь по дороге. А еще бы найти пару булавок для столбов. И подходящий кусок пластика, чтобы сымитировать речку. Я бы такого да и не вообще, смог. Неплохо бы прогуляться чуть дальше парка, где я никогда не был, чтобы понять, как закончить макет в этой части города. Никогда Но не отец был чуть меня дальше туда никогда парка. Не пустит. Там ведь живут недостойные. Интересно, дорогой отец, всегда ли ты сам был столь достойным? И достойно ли ты терпел удары линейкой от своего отца? А если бы тебя привязали к кровати и встали бы напротив, а в руках держали бы не линейку, а бейсбольную биту, ты бы также сохранял самообладание? Или на твоем лице появился бы страх? Я бы хотел его увидеть на этой лицемерной маске, натянутой на череп. Осуждаю, но понимаю. Ебать, конечно, серия взяла поворот. Вот это да! Я буду иногда останавливать, но я постараюсь поменьше останавливать, потому что в таких сериях, наверное, это прям... Рофт! Пошевеливайся! Не хватало еще, чтобы мой бездарный сын опоздал на свой экзамен. Че он доебался именно до сына? Я не очень-то хочу. Даже думать об этом не смей. Чтобы тарелка была чиста. Овсянка, сэр Себастьян. Сэр, сегодня убирал ванную и решил заменить полотенце чуть раньше. И прямо за ними лежало это. Коробку не выбросил. Я же велел тебе это выбросить. Да, но было поздно. Я не хотел выходить на улицу после темноты и собирался вынести утром. Рофт, в мусор. Хм. Все же ты отнес. Мне на место поставить. Да. Твой экзамен начинается в 11? Да, Лидия. Но тебе-то какое дело? А я приду и посмотрю. Рука болит, Рофт злится, Лидия придет. О, хоть что-то хорошее. Вообще это довольно дебильно бить ему по руке, на которой он будет играть. Прям очень дебильно. Юхты-мухты, карамухты, что это здесь у нас? Светило треснутое. Это же тот самый чувак. На крышу банка похоже, не находишь? Отдай! Они с ним играли в покер. А это чё, твоё? По-моему. Да держи, нахрен она мне сдалась. Он чё похож на горшка. Я не описался. Да знаю, это я тут нассал. Эй, а меня зовут... Меня твоё имя не интересует. О, я вижу, у тебя скрипка. Наверное, у тебя хороший слух. У меня идеальный слух. Слушай, а жопа от лампочки тебе зачем нужна? Что ты пристал ко мне? Я к тебе. Ты идешь за мной. Я не иду за тобой. Просто ты идешь туда же, куда и я. Ха! Справедливо. Я иду на вступительный экзамен в консерваторию. Ну так и я. Ты? Ну ты ж... Что? Ты не выглядишь как музыкант. А почему бы музыканту не решать, как ему выглядеть? Справедливо. В конце концов, музыка это Пойдем. Не про внешность. Это про навыки. Так. О, сын Густава здесь. И Лидия тоже почтила нас своим присутствием. Слежу за братом. Итак. Ну, слежит. Все в сборе, кроме... Простите, застрял в вашем уютном туалете. Видимо, съел что-то не то. В туалете? Садитесь. А можно я вон там сяду? Нет! Да, конечно. Черт! Полностью солидарна. И как этого отброса вообще сюда пустили? Сидеть рядом с талантами не значит быть талантом. Excuse-moi. Здорово еще раз, марсианин! Что? Ты его знаешь? Нет. Да, возле побойки познакомились. Стою, значит, суд. Заткни пасть! Себастьян.
как потомственный музыкант. Не хотите пройти экзамен первым? С удовольствием. Поздравляю, Шваген Вагенс. Вы приняты на обучение. Мне нужно знать, насколько хорошо я сдал экзамен. Я в числе лучших? Этого никто не знает. Вы ведь сдавали первым. Ну да, что-то ты как-то ступил. Ну да. Но вынуждена признать. Я впервые за 20 лет вижу столь одаренного ученика. Yes. Спасибо. Ждите результатов экзамена. Мне аж приятно. Список лучших учеников по итогам вступительного экзамена. Ты на втором. Кто же меня обошел? Тот кто чувак. Харха. Извините. Тот чувак, да? Извините. У-ху! Первое место! Я принят! Тебя обошел этот червяк? Бога ради, только не говори отцу. А чего это я должна молчать? А там разве нет какой-то, ну, объективной системы оценки, типа количество баллов? Она ведь была на третьем, чего выебываешься? Ничего, малыш, не переживай. В следующем году поступишь. Он уж квадратным стал. Ой, посмотри, как переживает. Наверное, тоже провалил. Привет! Скинь с глаз моих немедля! Воу, может, еще и нахуй пошлешь? Иди нахуй! Ого! Ого! Осуждаю, между прочим. Нет! Как ты умудрился взять первое место? Ну, мне задавали вопросы, я отвечал. Там же ничего сложного не спрашивали. Ну вот, например, спросила про аккорды с увеличенной секстой. А я ей та-та-та-та, та-та-та-та. Что? Что за бред? Ну, в мажоре же дважды увеличенный квинтисекст — это то же самое, что двойной доминантный малый вводный квинтисекст с пониженной, как у тебя, самооценка терции. А увеличенный терцкварт в миноре — это то же самое, что... еще не высохло. Двойной доминантный терцкварт с пониженной квинтой, так? Все верно. Ты доволен? Я-то? Я счастлив. Один шанс из ста. Мне крупно повезло. Что значит один из ста? Ваня, что повезло? Ну, знаешь, такое было условие моего бюджетного поступления. Ага. Я либо занимаю первое место и поступаю, либо не поступаю. Ни хрена себе условие. Почему? Ну, я ведь не учился в музыкалке, да и денег у нас нет. А в консерватории объявили первое место бюджетным. Вот твои родители могут тобой гордиться. Да ни хера. Моя мать была против. Она Дворецкий? Хотела, чтобы я побыстрее устроился или батя? На работу на какой-нибудь завод. Слушай, знакомство у нас не заладилось, но мы можем сойтись в музыке. Вот. Неплохо. Я играю Баха с 6 лет. Да ты хоть всю жизнь можешь играть Баха. Толку-то от этого. Но если ты научишься его слушать... Правда. Я вот чувака одного смотрю, это правда. Вот, Пшать. Ладно. Вот, что этот чувак рассказывает сейчас? Там же скрипки, виолончели и октобас. Это когда один человек зажимает струны, а второй... Я в курсе. На этой пластинке не просто Бах, это... Бабах! Это сорвет твой мозг. Ладно, я пошел. Пожелай, чтоб меня сбила машина, если не хочешь меня больше видеть. Я передумал, не желай. Хрен. Там морзянка внизу какая-то, слушай. Было бы интересно перевести. Ну и как прошел экзамен, сынок? Успешно. Я в числе лучших. Это что? Бах? Оркестр с октобасом. Ты хоть знаешь, сколько тебе еще расти до музыки, что на этой пластинке? Ты можешь сколько угодно слушать Баха, но если ты не будешь его играть... Я в числе лучших, отец. Ты всего лишь второй! Лидия была третьей. Вот да. Как низко. Не смей даже сравнивать. Ну да, третья невысоко. И у нее были серьезные... Ля! Ты че, блядь, сексист, слышь ты, сука, я осуждаю. Конкуренты... В музыке в отличие точно от равно. Себя. Поверить не могу, что моего сына обошел какой-то бродяга. Он еще и сдружился с этим бродягой. Ну, я блин, видел, как этот бомж крыса. Прожил Себастьяна до самой двери. Подтверждаю. Бродяга сам сказал, что они познакомились возле помойки. А ну-ка.
Ну-ка выворачивай карманы. Это что? Мусор собирал. Опять ты таскаешь в дом всякий хлам! Руку! Живо! Спасибо, Рофт. Сладких снов. Надеюсь, вы не занесли в дом вшей. Занес тебя. Давно. Гнида. Вшей? А почему только вшей? Может, я занесу в дом холеру? Див! Цицатку! Чуму! Чтобы специально всех заразить! Чтобы все сдохли! Вот так вот и становятся социопатами, да. Отличный путь. Кстати, моя теория была верна. Попозже расскажу. Знаешь, сколько тебе еще расти до этой музыки? Херня, кстати, не согласен с тем что чуваком. Мне кажется, музыку стоит пытаться играть чуть ли не с самого начала, потому что какой смысл? Теория без практики. Не бедна. Бах, а бабах. Тут что-то джаз какой-то. Что-то не бах. А, не, не джаз. Ебать, у меня аж мурашки. Ему понравилось. Ну, такая музыка прям создана для таких чуваков, как он. Они же такие, знаешь. Мы будем бороться, мы всех победим. Охренительная серия. Лучшая серия на данный момент из всех, что были в Metal Family. Развитие персонажа, есть анимация пиздатая. Мне, кстати, очень понравился мув, который использовался в мобе Психо и здесь тоже использовался. Когда он вышел из обсерватории и на фоне он был более квадратным, и таким образом сделали более такую, знаешь, анимацию, более плавную, благодаря тому, что не нужно так париться о том, как все это. Насчет теории, которой я был прав, он таки не был супер клевым музыкантом, как я и предполагал, то есть у него не было к этому гиперталанта. Он просто получал это при помощи своего рвения, старания и старания. Вот, и, собственно, поэтому он так паниканул, когда его сын начал учиться. Ну, по крайней мере, его по рукам не мудохал. Батя у него, конечно, пиздец просто. Просто ужас. Я представляю, о чем страдали смотрители этого мультика, потому что вышла серия 1 ноября 2019, а следующая серия вышла 4 недели назад. То есть люди ждали целых, тут сколько, полгода, ждали того, чтобы получить следующую серию. Это очень много. Да, серия классная. Не знаю, именно вот таким образом, вот как батя, если ведешь себя, то ты полнейшее чмо, просто чмо. Ты даже не мудак, не говно, не добрый, чмо. Потому что быть таким человеком очень плохо, я считаю. Потому что это таким образом ты, ну, блин, плохо. Просто очень сказано, да? Но просто я пытаюсь так объяснить, что ты на своем сыне пытаешься свои комплексы самореализовывать. Я предполагаю, что у этого мужика такая же была проблема. Он не был никогда первым, он не был никогда величайшим, и он пытался через своего сына реализовать, грубо говоря, себя. Вообще такая проблема довольно частая. И он думает, что если он его будет как можно сильнее под контролем держать, тогда у него выйдет идеальный исполнитель, идеальный какой-то реализатор. Хотя это, конечно, тоже довольно тупо, потому что реализатор гораздо лучше бы вырос, если бы внедрить человеку любовь к музыке, а не заставить его музыку ненавидеть. Удивительно, что он вообще музыку продолжил слушать, потому что хотя бы металл, хотя бы рок. Потому что когда ты слишком долго вот с музыкой живешь, и она тебя начинает просто бесить, тебя она бесит во всех ипостасях. Ладно, я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Пока на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи.